Здравствуйте, уважаемые зрители. Я понял, в чем была проблема с лагами, тормозами. Короче, это все тот же старый баг с проклятым интерфейсом инвентаря. Короче, если выключить автозаполнение ячеек, то все сломается нафиг. Такой вот увлекательный, так сказать, баг. Также после Так. Все. Не попал. Так. Видео. О. Давай поубей еще кого-нибудь. О! Единичка! Так, ладно. Так, переключиться ты не можешь. Ну ладно. У нас аж плюс 11 к атаке. Ты. Давай кланом. Так, хилочку давайте выпьем на всякий пожарный. Даже давайте выпьем 2 хилочки. Прямо самый-самый пожарный. Счастье, он тут заутировал. Шкультист. Давай этого. Оп. А на тебя я бычью силу нафиглачу, да? Оп. Оп. Вух. Господи. Эти увлекательные броски единичек, они так, короче, устрашают, капец просто. Ладно, мы справились. Давайте всех посмотрим на предмет чего-то полезного. Для этой девочки мы нашли тяжелый арбалет. Очень тяжелый. Не сказать, правда, чтоб он что-то давал, но. Поспим.
И вот этот вот баг прошел после того, как я включил автозаполнение ячеек инвентаря. Кто делал интерфейс, руки бы ему оторвать, паразиту, конечно, этому криворукому. Это капец, это какая-то прям диверсия. Вот. Я думал, что хуже, чем в Phoenix Point, интерфейс делать, ну, невозможно. Ну, это ж капец, надо стараться, чтобы сделать интерфейс хуже, чем в Phoenix Point. Но вот человек, который делал интерфейс для Pathfinder, он совершил невозможное. Он сделал его хуже, чем в Phoenix Point. Это нужен был особый талант. И у человека он был. Он сделал его настолько плохо, что переплюнул Phoenix Point. Я в шоке, ребят. Я не знаю, как это прокомментировать. Но факт остается фактом. Так, ну против речей нам, наверное, не нужна эта фигня. Надеюсь. Так. Аккуратненько пойдем. Короче, чё? Включай. Так, где там наш жестокий удар? Его поставим сюда. Поехали. Я думаю, мы сейчас просто в них ворвемся и всех убьем. Бум! Ну да. Ну что, так мы поступим. Оп. Бум! Ой, жестко. Как же жестко. Ну, она немножечко достает. Тоже немножечко достаешь. Тут достаешь. 76 урока. Как мы любим. Встречами мы закончили, может там еще какой-то несложный бой будет? Нет. Нет, там. Игра как бы говорит нам: иди, братишка, воюй с элементалем. Ну ладно. Ну. Вот я не могу нацелиться на свой лагерь. Он не подсвечивается. Ну вот почему? Ну все же было нормально только что. Почему? Почему? Ну что, мне опять игру перезагружать? Вот. Вы говорите, играй на последнем Атланте. Ну вот как играть на последнем Атланте, если постоянно вот такая вот фигня происходит, что то одно сломается, то другое, то третье, то кто-то куда-то вообще не туда пойдет, хотя я не кликал, то еще что-нибудь такое произойдет, совершенно, так сказать. Так, ну-ка. Вот теперь прошаренные, мы знаем, как повысить наши шансы открытия замков. О! Изи. Да.
это чё? А, вот элементаль, да? Ну все, ребята. Сейчас будет очень жестко. А, нет, это не элементаль. Ладно. Так, включай. I'm all ears. Бум. 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 Сходи. Так. О! Что такое, ребятки, не можете попасть? Игенькие. Ну, кстати, этот так-то мог попасть. Было немножечко опасно. Ой. Ой. Знаете, игра... Порой мне кажется, что игра просто чувствует вот... Просто чувствует, когда идет изи каточка, и короче. Блин, минимальный ролл дамага зашел. Блин, надо было просто кинуть этот верный удар, и я бы его уже убил. Все, короче. Мне надоел этот дрочь. Ну все, братишка. Ой, как жестоко. Какие же мы жесткие. Да, мы же жесткие. Ну, очень жесткие. Шарпшутер. По-моему, с этой девки забыли что-то поднять. Да. Ой. Так, а тут можно поспать? Нет, тут спать нельзя, потому что в этой дурацкой воде периодически лагает чаршик. А если на меня нападут, то мне он, возможно, понадобится. Ну, пошли. Ну, конечно, босс-паук. Развалили паучка.
Спать, конечно, лучше сверху, по-моему, сверху паучков. Так. Нет, ну. Ну давай, ну, ну. Изи. Оп, а еще раз. Ну давай, ну, ну. Изи. Ой, как же легко, ребят. Просто капец, как легко. Батли Акс. Короче, сейчас сходим поспим, убьем элементаля. Да. О. I do like how spick and span you keep. Так, поспали. Отлично. Тик-тик-тик-тик-тик. Пойдемте дальше. Так. Где там наш элементаль-то? Надо. Нужно очень аккуратненько идти. Я не помню, где он точно. По-моему, тут еще вот эти. Ту-ту-ту-ту-ту. Да, тут еще эти ублюдки. Угу. Мерзкие. Маленькие паразиты. Прибежал, прибежал, ублюдок, а? Вы посмотрите на него. На тебе. На тебе. Работает, короче. Так и с разбега. Но все равно сейчас будем еще раз спать, поэтому пофигу. Так, это концов мы убили. Пройдем. Надо будет ехать на работу. Да, если кто будет это смотреть, напишите, пожалуйста, в комментариях, как там этот фильтр сработал.
Ага. Ага. Это та самая... Умная... Take care of it. I heed the voice of the spirits. It's time to act. Encounter с кучей вот ребятушек, да? Да, это он. Follow if you dare. Так. Ну, давайте, короче, по старой проверенной схеме работать. Always be ready for the worst. Не попал, проиграл. Оп. Опять не попал. Ты что ж так? Что ж такое-то? Чаешь? Ходи немножечко. Чаешь? Вместе. А? Смотрите, какой... Какой модный парень. Прибежал, пытался меня ударить, а? Ну ты пёс? Он пёс. На тебе. На тебе. Чё-чё. Какой... Шустрый. Кажется, я его сейчас просто прибью. Колечко. Ребята, мы нашли колечко. Очень жаль, что колечко подавляется щитом веры. И поэтому оно, как бы это сказать-то, не очень полезно для нас. Мы еще нашли скале мили. Которые мы, конечно же, не будем использовать, потому что... Ну, кому нафиг нужна броня в Pathfinder? Никому она, к сожалению, не нужна. Сейчас пойдем поспим. Бьем элементаля. Где элементаль-то? Я запутался опять. Куда мне идти? Здесь, что ли, он? Потом зачистим левую часть карты. В принципе, я, знаете... А, вот здесь вот элементаль. Все. Все, я все понял. Я все понял, мне все понятно. Так, и фигню. Знаете что, у нас столько зелий увеличения гуманоидов, что мы, наверное, выпьем его просто. Где оно тут? Чтобы кинуть бычью силу себя и на того парня. Так, ты. Кастуй щиточек. Щиточек накастовал. Так. Кошачья грация. Юзим. Тридцать пять армора.
Reduce Person Юзи, 37 армора, Shield of Fate Юзи, 39 армора. Так, что ты еще можешь, Юзи? Фитер Степ. Так, это нам пока не нужно. Так, Bear Endurance Юзи. Немножечко ХП. Барскин, это вот эта вот фигня, она на мне и так висит. Resist Cold Юзи. Protection from Cold Юзи. Так, все, да? Все. What's on your mind? I wonder. Пойдем. Так, Камелия. Давай. Так. Давай ты в него просто бахнешь. Эй, ребята. У нас мало времени, всего минута. Давай стреляй. Бум. Так, get ready for battle. Кидай. Так. Он же добежит. Надеюсь, что да. Оп, он даже попал. 42 армора. Так, фигню сделал, да? Да. Мне же надо, чтобы этот парень сначала попытался ударить нашего индейца. Ой-ой-ой-ой-ой. Не хочу подходить к мейнам. Опасно это. Тем более, что мейн, скорее всего, все равно к нему не попадет. Элементали мы от элементарили. Оп-оп-оп, мистер Лукес. А, это бесполезное колечко, которое увеличивает сложность заклинания с декриптором холод на единичку. Давайте с вами попытаемся вспомнить, какие есть заклинания с дескриптором холод, которые мы захотим кидать во врага. Ну, например, это снежок. Но есть маленькая проблема со снежком, ребят. Во-первых, у него нет спас-броска. Во-вторых, это заклинание школы воплощения. На него не действует сопротивление магии. И плюс один к сложности его... вообще ни на что не влияет. Черт. А я хотел уже сделать себе морозную ведьму, чтобы кидаться снежками.
Какой облом. И мне весь раскрылся. Еще человек, который придумал вот эти ловушки, пожалуйста, гори в аду. По-моему, здесь нас ждет комитет по встрече. Да? Так, enlarge a person. Где он тут? Иллюзия. Так, уменьшение гуманоида использовать не будем. Так, кинем. Нам еще нужна защита от страха, по-моему, да? Так, а вот и наши ребятушки. Короче, я врываюсь. Я поехал. Ой, слышь, он жесткий, а? Ой. На тебе. Ну, конечно, кинула единичку, кто бы сомневался. Сейчас кританет, убьет мне силу. А я еще забыл эту фигню нажать. Сейчас кританет, убьет меня мейна, чекайте. Вот же мразь, а. Короче, надо его вот сюда согреть. Девушки, аккуратненько поднять кого-нибудь из моих демо-дегенеров. Стреляй. Оп. Так, ну ладно. Вроде нормально. Думай попасть. Так. Так, я понял. И бутылочку. Есть у меня большая бутылочка, есть. Так, тут главное меня промазать. Я боюсь. А, ну у меня есть enlarge person. Нормально.
Ну, чтоб я еще хоть раз вот так вот в кого-то ворвался. Ну, это было максимально близко к тому, чтобы профидить этот ран просто. Ладно. Ой. Ой. Ух. Несло. Давай, индейк, стащи. Ну, уже начинаются вот эти вот глупые ошибки. Я хоть записываю это? Хоть записываю. А чё он такой как-то там? Ладно, не важно. Животных победили. Пойдемте дальше. Ну, так. Но. Еще какие-то враги рядом. Да вы что, ребята? Вот где они там? Тут нет врагов? Вроде нет. Давайте поспим. Так, а что эта фигня твой дает? Радиус один кир. А, плюс один хапы. Господи Иисусе. Временный, тем более. Что за помойка? Кидает дазл, который не работает, короче. Офигеть. Так. Не то не определил амулет. Насколько я знаю, это бесполезный амулет природной брони или что-то в этом роде. Короче, это нам не надо. А сейчас мы будем убивать комбионов, правильно? Тут же комбионы. Тут комбионы.
you feel better. Скорпионы вроде не страшные. Я не помню, кидают ли они страх, по-моему, нет, но на всякий случай. Закинем на себя. Заходи. Ты скорпион. Стреляй. Оп! 4 урона. Стойте. Как же он пахает там. Так, этот сейчас побежит. Давайте. Так, ты выбегаешь, ты не выбегаешь. Оп! Не будем жадничать. Подойдем, вот этого сейчас бахнем этой девкой. Этого, я надеюсь, мы так убьем, да? Ты убийца прям. Говорите, агры нету в игре. Ну как нету, если они вот на этого индейца сели, короче, и не слезают с него до талого? Ну как нету? Как нету агра? Ну видно же, что есть агра в игре. Ну ты... Мастер Урки, Грет Клаб. Халфплатов. Так, что сейчас дальше-то? Дальше у нас элементали, да? Элементали так-то жесткие. Вверху. Вон они там пасутся, паразиты. Fuck you.
простите, пожалуйста. Ну давай, братишка. Стреляй. Медиум и арт-элементаль. Чтобы элементали отбежали до сюда, чтобы не было удобнее их разбирать одного за другим. Элементали мы элементалили. А по-моему их тут три было. Почему их только два? И что сделали два? Решили, что имба, если их три. Я не знаю. Их же три было. Так, чё сейчас? Оп, полушечка. А сейчас у нас 5 комбиончиков, да? Ну и отлично. Ку-ку. Так, собачка недовольна почему-то. Поехали. Прибежал, а? Вы посмотрите на него. Только на него посмотреть. Еще один прибежал. Нафиг. Кто там?
Ну как нет лагра в игре, если вот они стоят в него и лупят просто... Просто по кулдауну лупят исключительного индейца. Но я не верю, что в игре нет агро. Вот он берет и стреляет в индейца. Тут вот сила стоит с нулевой защитой, но он же все равно лупит в индейца. Хотя у него лук. Ему никто не мешает не лупить в индейца. Но он же лупит в него, правильно? И животное, иди сюда. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай быстрее. Молодец. Так, животное. ПТС. Кто такая Ениль? Так, мы нашли этот бесполезный меч. На форуме буржуйском читал, короче, меч вообще имба. Он типа вообще имба. Ну имба, короче. Он из этого мокрого железа. Вообще, короче. Ну имба. На самом деле просто бесполезный длинный меч, который никому не нужен. Потому что это длинный меч. Непонятно. Что осталось там? Знаете, я что подумал, короче? Вот этой вот девочке мы сейчас меняем вот эту фигню на орлиное великолепие, потому что у нас все равно есть две баночки. Да, сейчас вот еще разочек поспим. Просто чтобы у нашего мейна было побольше брони. Потому что проклятые квазиты бегают и травят. Мне это нифига не нравится. Так, сейвушка. Просто на случай, если что-то пойдет немножко не по плану, чтоб мы могли иметь план Б. Здесь баночка с хостой. Так, тут вот у нас две баночки с магическим доспехом. Все. Мы готовы? Ты готова? Ты готов? Все. Я готов. Да-да-да-да-да-да-да. Оп. Оп, телепортация. Да, рич. Да-да-да. Да. Ну, а Вендварк за нас. Смотри, что творит, а? Вы только посмотрите, что она творит. На тебе. Единичка, господи. Так, Вендуак пошла погулять.
Ой. Кстати, можно кинуть баночку. Там чё тут квазит, смотрите, что творят. А ну и кого ты будешь бить? Мэйна, конечно. У кого же еще то можно бить, кроме как Мэйна? Правильно. Ой. Так. На тебе, не попало. Конечно, ладно. Давай провалим, девочка. Это нам не нужно. Все. Так, жечь. Все, ладно. Всем спасибо. Пока-пока.